Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня опять на моем аккаунте? Нет, мы сейчас перейдем отсюда. Тут мы уже паролили. Идем на аккаунт Андрюхи Чикина. Он никак не успокоится, поэтому я решил ему паролить вне правил даже. Меньше 40к, 31к у нас на роллинг. Шарик возвращается. Как видите, донатный аккаунт. Откуда тут взялся? Взялись эти герои, никто не знает. В общем, такой вот у нас коллекционер. Воины. 13 руки, дайте заявочки, вступайте. Босс 4, 5, 21.00. Факела 2.45. Пропуск Багикик. Телега Андрей Рус. В общем, поехали. 81.93. Роза, Некрос, Фобос, Зефир, Королева Ос, Оккультист, Землеройка, Свален. О май гад. Аккаунт донатный, ну вы уже поняли, судя по логнику, мы уже здесь трешивали не один раз. Поехали. Поехали, фаст ролл делаем, Рино. Просто вот так вот, чик, и сразу же Фобос поставили по лайку, поехали дальше. Фобушка к нам пришел, но это ж не все. Сердцеедка, студеная. Ну, за 31к я просто прекрасно понимаю, что мы даже половину слизней можем не собрать. Рино. Варлок. Студенка, студенка. Душегуб. Это печаль. Это второй Фобос, ребят. Это точно печаль. Седна, Валентина, Влад Дракула, Бульдозер. Давай, рандомчик. Просто вот так вот. Тык-тык, трифит, оккультист. Ой, это капец. Давайте посмотрим, что там мы вытащили, что нам надо. Оккультист, раз. Фобос, два. Ну, два героя, как минимум, уже хороших есть. Поехали дальше. Хороших, блин, обалденных. Капитан Рогатка, Смертушка. Призрачный Дракос, Малышник. Блин, было бы это все на АС-сервере. Там реально годный сегодня. Душегуб. И все. Вот так вот, ребятушки. Быстрый фастролл. Но я думаю, он очень крутой, поэтому влепили по лайку. Обязательно. Два недостающих топового героя за 30к. Это, конечно, круто. По сравнению с предыдущими роллингами, здесь сегодня реально тоже очень круто повезло. Так, что у него осталось? Королева Ос, Землеройка, Свален. Вот так вот. Что у нас по слизням? Коллекционер. Даже Ведьму Морозницу не выбили. 10-15. Ну, это было очевидно, но мы здесь сделали очень-очень хороший роллинг. Все очень good, я думаю. Ему есть теперь кого качать. Книг у него нет, но есть ресурсы. В общем, плюс два топовых героя. Ставьте лайки, короткий видосик. Ждите новых роллингов. Всем удачи. А, он еще просит сундуки моря. Не, ребятушки, еще не все. Let's go. Сундучки 10.90. Неплохо. Одиночество. Тык-тык. Три осколка дуэлянта. Вообще отлично. И еще раз бум-бум. Ну, видите, дуэлянт падает довольно-таки неплохо. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока. Тоже очень крутая тема. Все, побежали.